По всем каналам телевидения, захлебываясь соплями от восторга, дикторы новостных передач сообщили новость о том, что Путин в крещенские морозы героически нырнул в ледяную купель. Поскольку реальных достижений Путина в управлении государством нет, то остается президенту вот такой вот предвыборный пиар. Но и тут внимательные зрители заметили ложь, точно такую же, как и в случае с ныряниями Путина за амфорами. Помните, когда Путин якобы нырял на глубину с аквалангом и достал со дна древние амфоры, которые якобы пролежали там не одну сотню лет? Но в руках у Путина на фото были не древние амфоры, которые на самом деле должны быть за много лет заросшими водорослями и испачканы в иле. Но в руках у Путина они почему-то оказались чистенькими и начищенными, как в музее. Может, кому-то там кажется, что в соцсетях сидят одни лохи и олухи, которым можно всучить любую туфту. Но, увы и ах, здесь довольно много просвещенной публики, известных личностей, ученых и специалистов самых разных профессий. Надо ли говорить, что выложенные на кремлевский сайт фотографии крещенского купания президента сразу привлекли к себе внимание интернет-публики? Посыпались комментарии, да все больше ехидного свойства. Какой-то ямщицкий полушубок, понимаешь, валенки с гербом, цирк да и только. И вот, внимательно посмотрев купальные снимки, блогеры пришли к заключению. Это была постановочная съемка в теплом павильоне. Об этом свидетельствует отсутствие пара от тела и дыхания. На теле купальщика не было характерной от холода гусиной кожи. Водичка в проруби была подогрета. Хорошо видна проложенная к ней труба. Абсолютно темный фон на втором плане также свидетельствует о закрытом помещении. Никакого риска получить спазм сосудов от окунания в воду не было. Очевидно, поэтому рядом не было и дежурного врача. Съемки Вальдемара и остальных купающихся происходили в разных местах. Потом их просто смонтировали. Это снималось здесь. А это снималось здесь. Купание, скорее всего, проходило или в этом месте, или на поляне.
И вообще, все это напоминает сценарий из фильма «Праздник Нептуна».